В ближайшие дни на Кубани синоптики прогнозируют повышенное ультрафиолетовое излучение, достигающее 10 единиц. Это опасно для кожи и глаз. Гидрометцентр России предупреждает о том, что 7 августа солнце в Краснодарском крае будет опасным. Жителям и гостям региона необходимо избегать длительное нахождение на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи. Индекс ультрафиолетового излучения рассчитывается по шкале от 0 до 12. Это максимум. Чем выше показатель, тем опаснее солнце. Например, если метеорологи предупреждают о 8 баллах, это значит, что в полдень на улицу лучше не выходить, а на открытом воздухе передвигаться только в тени. На Кубани индекс может подняться до 10. Защититься от агрессивного солнца можно, отказавшись от прогулок в светлое время. Любителям променада пока лучше забыть о моде и выбрать закрытую одежду светлых оттенков, обязательно носить головной убор, темные очки и использовать защитный крем. Я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улицы Кольцевая, 15. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.